Новый рекорд по количеству зараженных COVID-19. Согласно официальной статистике, за сутки во Владимирской области заболело 79 человек. Для нашего региона это рекорд по количеству выявленных случаев за один день. Общее количество заболевших теперь 597. Лидеры по новым зараженным – Петушинский район, 37 новых случаев, город Владимир – 10, Кольчугинский район – 7. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Петушки – 131 случай, Владимир – 86. Ковров – 68, Муром – 68, Гусь-Хрустальный – 48 случаев, Александров – 45, Кольчугино – 38, Юрьев-Польский – 30, Судогда – 27, Собинка – 20 случаев, Киржач – 15, Меленки – 10, Камешково – 3 случая, Суздаль – 3, Вязники – 2, Радужный – 2, Гороховец – 1 случай. Если число заболевших ежедневно существенно увеличивается, то статистика по тем, кто вылечился и тем, кто умер, в области не менялась уже больше недели. По данным федерального портала stopcoronavirus.rf, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в нашем регионе по-прежнему равно 5. 2 смерти в Петушках, 3 в Коврове. И 28 апреля, наконец, увеличилось число излечившихся от коронавирусной инфекции в нашей области. Региональные чиновники сообщают, что 18 пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели. 6 в Муроме, 5 во Владимире, 3 в Гусь-Хрустальном, по 2 в Александрове и Коврове.